Эверестом уже успели прозвать эту снежную гору местные жители. Буквально за ночь она выросла на Партизанской. Владельцы автостоянки почистили свою территорию, и весь снег оттуда оказался прямо на дороге. От аварийного выезда со двора не осталось и следа. Пожар, наверное, скоро не проедут здесь. Ну, что еще, будешь... И так не разъедешься. Там пробка постоянно бывает. А что, почему там пробка? Ну нет, здесь пробка, а здесь заезжают. Здесь-то можно было заскочить раньше, оттуда, с Партизанской. Баба! А сейчас не заедешь. Гора снега растет с каждым снегопадом. Тот факт, что здесь можно было удобно выехать со двора, остался лишь в памяти водителей. Хозяева стоянки позаботились об автовладельцах, которые ставят к ним авто. А на остальных внимание решили не обращать. Вот, один въезд во двор. Что сказать? Ну, больше нету. И туда, до самого-самого, до промышленности. Снежные горы доставляют неудобства и пешеходам. Тропинка упирается в гору, и чтобы выйти на дорогу, приходится покорять высоту. Кроме того, беспокоятся жители, когда снег начнет таять, затопление подвалов обеспечено. Я не знаю, как здесь чистить. Нужно действовать быстро. Здесь чистит начальство, я не знаю, кто чего. Понятия не имею. Снег. А я при чем? Я маленький человек. Я простой сторож. Владельцы магазина, что находится на первом этаже дома, вызвали трактор, чтобы расчистить дорогу перед своим крыльцом. Жители надеются, что и снежную гору тоже вывезут. Марина Матвеевна, Павел Пресняков. События.